Для нас большая честь, Алексей Ильич, сердечно приветствовать вас от лица духовенства нашего прихода, от лица прихожан, сотрудников, наших многочисленных гостей в стенах этого древнего московского храма. В этом году нашему храму исполняется 334 года. Храма славного своей историей, храма, который никогда не закрывался и даже в трагические для нашей церкви годы оставался светочем православия на московской земле. Но главным, конечно, сокровищем нашего храма является его замечательная, дружная приходская община, которая сегодня во множестве собралась здесь для того, чтобы иметь возможность услышать ваше слово. Я хотел бы сердечно вас поблагодарить за то, что вы откликнулись на наше приглашение, нашли время в своем очень непростом графике для того, чтобы сегодня приехать к нам и поделиться с нами своей мудростью. Все мы, конечно, знаем вас как человека, который многие-многие годы своей жизни трудится для того, чтобы имя Христово было известно людям, чтобы люди, не познавшие еще Христа, нашли к Нему путь, а те, кто именуются православными христианами, лучше бы узнавали свою веру. Вы многих людей привели к Богу, и что особенно я хотел бы отметить, воспитали не одно поколение священнослужителей, среди которых и я. Хотя я не имел возможности лично у вас учиться, я учился в петербургских духовных школах, но с детства копировал у своих знакомых аудиокассеты с вашими записями, читал ваши книги, а в духовной семинарии изучал основное богословие по написанному вами учебнику. Поэтому лично для меня и для всех нас, Алексей Ильич, большая честь видеть вас сегодня здесь. И мы просим вас обратиться к нам со словом наставления, которое мы будем со всяким вниманием слушать. Благодарим вас сердечно. Спасибо большое, ваше высокопреосвященство, за доброе слово, которое вы сказали сейчас. Мне особенно понравилось, что вы сказали именно, что самой большой ценностью является, я думаю, неужели фрески? Нет, нет, именно община. Совершенно верно. Именно самая действительно большая ценность в наше время, особенно, конечно, когда мы видим именно общину. Не горох в мешке, а именно общину по типу вот тех известных нам русских общин, которые воспитывали действительно все вместе каждого человека. Вы обратите внимание, как много детей было в общине всегда. Кто воспитывал? Да разве могли родители воспитать, когда было 5, 10, 15 человек детей? Воспитывала вся община. Каждый взрослый человек мог подойти к ребенку, к любому ребенку, и сказать ему, и все. Тот суп все воспитывали. А сейчас, я не знаю, правда, но я слышал так, что сейчас попробуйте вы сказать чужому ребенку что-нибудь не так. Вам мамаша, папаша, еще кто-нибудь скажет, не сметь. Это мой ребенок. Как жалко. Как жалко. Раньше самым большим наказанием было, или угрозой, по крайней мере, что было? Скажу родителям. О, нет, нет. Только не говорите папе и маме. Самое большое наказание. Посмотрите, что такое община. Община – это организм, живой организм, как живое тело. А мы все больше превращаемся из этой общины. Мы, то есть, я говорю, современное человечество, современное общество превращается действительно в горошины, в одном мешке, которые толкают друг друга, подчас очень больно толкают, причиняют друг другу, знаете ли, скорби и страдания. И поэтому, когда вдруг мы находим где-то именно общину, то это можно только радоваться и только приветствовать. Так что спасибо, Владыка, что вы обозначили это как самую первую главную ценность, которая присуща вашему приходу, вашему храму. Ну вот, мы очень долго думали, какая же тема будет выступление, и так ничего не придумали, потому что слишком много тем, бесконечное множество. Вот. Но учитывая, что все-таки время-то сейчас какое, мы говорим о церковном времени, какое время, конечно, Великого Поста, Великого Поста. Самая главная молитва какая? Молитва Ефрема Сирина.
Она просто является действительно, ну, если хотите, ну, символом и средоточием действительно вот всех тех молитв, которые совершаются сейчас Великим постом. К сожалению, правда, к сожалению, эта молитва никогда не совершается в воскресные дни. Совершается она только в дни будние, то есть в рабочие дни, когда мало кто из людей способен прийти и услышать «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне» и так далее. Мало. Насколько это действительно великие слова, и как глубоко они касаются, конечно, души человеческой, об этом, видимо, и надо бы, можете, говорить, но, наверное, слова тут даже не помогут. Впрочем, вы знаете, часто приходится слышать, вот бы перевести на русский язык наше богослужение. Всем было бы понятно, также очень много непонятного. А вы знаете, как послушаешь современный язык, так и кажется, если сравнить славянский язык, это стиль барокко, современный русский язык, это стиль барокко. Мы хотим барокко в барак. Вы знаете, чтобы перевести на русский язык, это надо быть Пушкиным. Он, вот вы знаете, вот перевел молитву Ефрема Сирина. Потрясающим образом эту замечательную молитву. Ну, вот надо бы прямо ее невольно, хочется ее зачитать, эту молитву. Помните, наверное, многие наверняка читали и, наверное, знаете, может быть, какие-то куплеты из нее наизусть даже звучат. Это знаменитые его «Отцы пустынники и жены непорочны». Чтоб сердце возлетать во области заводчины, чтобы укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, чтоб брат мой от меня не принял осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. О, вот это переложил на русский язык. Правда, богослужение, конечно, это невозможно использовать, но переложение, конечно, гениальное. Гениальное не просто в смысле таланта поэтического. Он передал самый дух. И вот действительно, эта молитва Ефрема Сирина, как эти замечательные строки из Пушкина, они, конечно, обращают наше внимание и наш взор на что же? А что дает молитва? А зачем она нужна? А что такое духовная жизнь? Вы знаете, так часто мы слышим слова «православные ценности», «православная духовность». А что это такое? Вот чуть-чуть, когда даже слышишь вот эти слова молитвы, уже некое ощущение уже возникает в душе. Но ощущение – это одно, а знание некоторых вещей – это совсем другое. И действительно, один из главнейших вопросов, который должен бы всегда, по-моему, стоять перед нами, это все-таки в чем же суть
вот той духовной жизни, на которой направлено все наше богослужение, и преимущественно, и особенно концентрировано направлено, конечно, богослужение Великого Поста. В чем же суть действительно? В чем смысл вот христианской жизни? Ну, конечно, наверное, в том, что дает духовная жизнь. Вот вопросы. Можно по-разному отвечать, кажется, но на самом деле есть. Здесь вещи первостепенные, а есть, так сказать, вторичные. И вот что же является самым, может быть, важным, самым ценным, самым необходимым для христианина в духовной жизни? Если обратиться к святоотеческому наследию, то мы найдем здесь очень исчерпывающие и точные ответы. Кстати, вот хочется отвлечься на одну секунду, на минуту, и сказать о весьма важном положении. Знаете ли, чем отличается православие от всякого инославного христианства? Есть один чрезвычайно такой серьезный момент, который лежит в основе всей православной, если хотите, всего православного богословия, всего православного наследия. Что самое главное выделяет православие? Об этом очень хорошо, может быть, сказал святитель Игнатий Брянчанинов, когда прямо предупредил в следующих строках, которые, на первый взгляд, ничего, кажется, не говорят, на самом деле за которыми скрывается очень серьезная мысль. Он говорит о том, что не думайте, я перевожу это на язык уже наш, не думайте, что нас может научить всему одно священное писание. Ничего подобного. Нет, только через изучение святых отцов, только через их опыт, выраженный в их творении, действительно мы можем убедиться в истинном смысле того священного писания, к которому мы прибегаем как к основе нашей веры. Но обратите внимание, вот, например, когда возник протестантизм, это XVI век, когда объявили высшим принципом только Писание как таковое, только Писание, никаких там святых отцов, никаких, кстати, богословов, что, кажется, было очень здорово к тому времени. Но вы знаете, во что превратилось? Все те, которые сейчас вот хоть немножечко соприкасаются с информацией о том, что происходит в западном христианстве, знают, христианство рассыпалось, как горох. И дело не только в том, что множество, например, протестантских исповеданий. Дело не в этом. Вы подчас никогда не сможете даже отличить, выступает католический богослов или протестантский богослов. Скоро вы также не будете узнавать, и когда будет выступать православный богослов. Да. А в чем суть дела? В чем суть-то дела? Вопросят о критерии истинности. Можно предлагать очень интересные мысли, интересные толкования, объяснения. А где критерии истинности? А почему так, а не иначе? Можем ли мы этому доверять или нет? И вот в чем заключается, я бы сказал, одно из важнейших положений православия. Считается, мы можем считать верным, истинным, правильным только то утверждение, которое подтверждается действительно совокупностью, не обязательно каждым и всеми, совокупностью святоотеческого учения по данному вопросу. Только это может рассматриваться как истина. Почему? Ответ совершенно очевидный. Помните, еще Серафим Саровский говорил, что цель христианской жизни заключается в стяжании Духа Святого.
в стяжании Духа Святого. А разве мы не получаем Его в крещении? Разве мы не получаем Его в миропомазании? Разве не получаем Его в прочих таинствах? О чем Он говорит? О чем говорит? И опять мы находим ответ на это у святых отцов. Что они говорят? Любопытнейшие просто вещи и серьезнейшие. Возьмите крещение, о котором говорим, все, человек уже все получает там, и миропомазание. Нет, говорят они, человек получает только семя, семечко. Семя разве это дерево? Разве у семечка уже есть плоды, которые мы можем кушать, поддерживать свою жизнь? Нет, дается только семя Христова. Только оно дается человеку. То же самое происходит не только в крещении, но и в любом другом таинстве. Не все дается сразу, все получил человек. Нет. В браке только семечко. В священстве только семя дается. А вовсе не уже готовые древа, только кушай плоды и наслаждайся. Нет. А чтобы это семя стало действительно древом, которое принесет добрые плоды и может питать и тебя, человек, и других, для этого требуется, оказывается, правильная духовная жизнь. В каждом таинстве мы получаем только семя. Таким образом, сохраняется за человеком полная свобода его духовной жизни, его отношение, кстати, к полученному дару, к этому семени и ко всему прочему. Семя только получаем, а вовсе не всю полноту того, что действительно обещает таинство. Это же чрезвычайно важно. Так вот, святоотеческая почва, о которой упоминает вот святитель Игнатий Брянчанинов, и который настаивает буквально на том, что он прямо говорит, не думайте, что можно просто только на основании Священного Писания все можно понять так, как следует. Нет, нет, без святых отцов невозможно. А они дают нам критерии, благодаря которым можем судить о верности или ложности. Вы знаете, сколько споров, например, идет между православием, ну, и католиками, и протестантами. Протестантами, которые, ну, сами создали себе иерархию. У них же не было ни одного архиерея. Сами создали. Сколько споров идет об этом? Каким образом? Что такое священство? Кто такой пресвитер? Кто такой архиерей? Ну, вы же знаете, пресвитер, то есть старший пресвитер. Старший, они говорят, вот мы и старшего избираем. Епископ, так это же надзиратель. Ну вот мы и берем, и устраиваем, и все. А чего вы там придумали еще? Какие-то саны? Где? Как увидеть? И вот здесь, оказывается, традиция, которая идет не от кого-нибудь, а начиная с апостолов и дальше продолжаемая и утверждаемая святыми отцами, нам вдруг говорит, нет, это не просто так, старший или надзиратель, а это оказывается связано с особым таинством передачи и определенных даров благодати и прав для соответствующей деятельности. Так вот, о духовной жизни, которая воспитала святых отцов. Что она такая? Что она такое? В чем самая суть? Вот сегодняшнее Евангелие, которое второе Евангелие читалось, вообще изумительное, конечно. Кто был и кто слышал, конечно, понимают. Мы сегодня слушали нечто беспрецедентное по сравнению со всем тем,
что было в дохристианскую эпоху. Христа пригласил фарисей в гости. Фарисей – это кто такой? Фарисеи – это те, которые давали своего рода обет самого строгого исполнения того божественного закона, который был дан еще при Моисее. Ну, можно сказать так, это ветхозаветное монашество. Там не было связано с безбрачием, этого не было. Но суть-то не в безбрачии же, а суть в другом. В том, что давался обет строгого исполнения всех предписаний. И если хотите, то и в любой религии кто спасается? Кто спасается в любой религии? Тот, кто строго исполняет все предписания, все божественные предписания, известные в данной религии. Не правда ли? Ну, конечно. А кто не исполняет? Все. Ясно, что будет? Ну, ясно, конечно. Погибнет. Твердый закон? Конечно, бесспорный. О чем и речь? И что вдруг мы сегодня слышим? Вы знаете, там на Востоке там не сидели вот так за столами, как мы сейчас сидим. Там же возлежали, когда были празднества, обедали так, лежа даже. Совсем другой был обычай. И вот вдруг мы видим, что во время этого вдруг к ногам Христа. Вот меня знаете, что удивило? Да чёрт была простота нравов. Вот раз в дом и вошла какая-то женщина, к ногам Христа пришла женщина с каким-то сосудом, который раскрыла, там, разбила. И что начала делать? Припала к его ногам. Но вы учтите, какие в сандалиях ходили, какие они ноги? Ну, в пыли. Уж если не в грязи, то в пыли, по крайней мере, все. И вот вдруг припала к его ногам и, обливая их миром, и обливая слезами, и вытирая ногами, волосами своими, плакала и рыдала у его ног. Фарисей знал, кто это. Самая древняя профессия, всем известная, женская профессия. Сейчас в Германии говорят, 1% женщин этим занимается. То есть каждые сотые. Ежедневно посещают их 3% мужчин в Германии, в современной, цивилизованной стране. Так вот, там эта женщина у ног Христа, плача и рыдая, и протирая миром эти его ноги. Ну, вы дальше помните же все, всю эту историю, весь этот диалог между Христом и фарисеем. И другие фарисеи были, и все смотрят и говорят, да, пророк называется, который не видит, какая женщина прикасается к нему, вы слышите, даже прикасается к нему. Какой ужас! Вот это святой! Ну, наверное, повторять эту притчу не нужно, не притчу, а этот факт описывать, поскольку вы все слышали, важно, чем он кончается. Чем кончается? Чем кончается? Это поразительно. Скажите, что эта женщина сделала? Что она вот собрала какие деньги, она кому-то раздала, что-то построила, синагогу, например, там, или в храм внесла, или раздала деньги эти нищим, ну, сделала какие-то дела. Дела? Она какие дела сделала? А что Христос говорит? Отпускаются тебе грехи твои, отпускаются ее грехи многие за то, что возлюбила много. Что возлюбила?
каялась. Это ее искреннее покаяние, которое было засвидетельствовано вот таким, я бы сказал, удивительным просто актом, когда она эти пыльные ноги все омывала слезами и мазала миром, да, все, Христос, оказывается, что сказал? За то, что она возлюбила много, она много, она и прощение получает, а кто мало любит, тому мало и отпускается. Так он сказал о ком? О том, который публично, если хотите, все знали, кто такой фарисей, объявил, который объявляли о том, что они являются строжайшими исполнителями закона. Мы сегодня в связи с этим евангельским чтением присутствовали при потрясающем открытии, которого не знал древний мир. Кто же оказывается ближе к Богу? Кто же скорее спасается? Строгий исполнитель всех предписаний закона Божьего. О нем Христос сказал: кто мало любит, тому мало и оставляется. Или это, которое ничего, кажется, не сделало, ничего доброго, ничего доброго, но рыдала и плакала о своей жизни, прекрасно понимая, что разве она достойна ли спасения, получит ли она спасение при такой жизни своей, даже и думать нечего. И вот что мы видим, оказывается, что возвестило христианство. Возвестило то, чего не знал древний мир. Спасается, оказывается, не просто тот человек, который много внешне делает. Нет, не дела сами по себе, оказывается, являются условием спасения человека, а искренность, осознание своей греховности и искренность покаяния. Собственно, то, о чем мы сегодня слышали в Евангелии, это же, собственно, то же самое, что мы видим в еще более сильной форме, когда вспоминаем страдания Христа, скоро мы это будем делать, и когда правый разбойник, уже ничего не имея никакой возможности сделать что-либо, какие-либо добрые дела, ничего не имея, пригвождён к кресту, что он может сделать? Ничего. Но что он сказал? Достойное по делам нашим мы получаем. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот мы настолько привыкли подчас, когда слушаем это, уже не придаем значения. На самом же деле, это же полный переворот религиозного сознания. Это же совершенно уже другое понимание Бога, совершенно другое понимание спасения. Бог, оказывается, это не судья, который взвешивает, что ты сделал доброго, что ты сделал худого. И в зависимости от этого, сейчас подсчитаем, результат. Тебя в рай, тебя в ад. Нет. Оказывается, самым главным в духовной жизни человека является что? Это осознание им своей греховности и покаяние, искренность покаяния. Нет сомнения, что если бы этот правый разбойник вдруг каким-то чудом бы, допустим, был бы спасен, остался бы живым, все,
никогда бы он не ступил уже на путь этого разбоя. Никогда бы. И надо полагать, что и женщина эта наверняка после вот этого события оставила все то, чем она занималась до этого. Самое главное в духовной жизни великолепно выразил в прекрасной, просто четкой фразе святой Исаак Сирин, когда сказал: «Воздаяние, воздаяние, то есть оценка, то есть результат, то есть то, что Бог уже в конечном счете дает человеку, воздаяние бывает, вы только послушайте, бывает не добродетели, вы слышите, какая ересь-то, и не труду ради нее, о ужас, кажется». Я помню, когда впервые где-то на одном, встречаясь с протестантами, когда произнес вот эти только первые слова, они просто в восторг пришли неописуемый. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а дальше что? Но рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Вот это да! А я церковь построил. Неужели это напрасно? Богадельню открыл. Это ж я! Я ухожу в храм, мне настоятель кричит: «Вон пришел наш благотворитель! Благодарите все его! Кланяйтесь ему!» И благотворитель идет. Нос к потолку прилип. Ужас какой! Настоятель вместо того, чтобы помочь человеку отблагодарить его действительно, губит его уже совсем. Объявляет при всех. Как сейчас Папа Римский моет ноги перед всеми телекамерами, кому? Беженцам. И целует их. О, Боже мой! Святей уже не придумаешь. Какой ужас! Какая насмешка над христианством! Что только происходит! Вот, оказывается, воздаяние, то есть Царство Божие, где хранится с точки зрения христианской. Оказывается, Бог – это не какая-то справедливость или судья, который взвешивает то и другое. Нет! Весь древний мир, и, к сожалению, до сих пор и в нашем сознании мы оцениваем духовную жизнь таким образом. Оцениваем, считаем по счетам, считаем, да. Что больше человек сделал? Да. Добра или зла, и все в порядке? Нет. Бог, оказывается, несправедливость. Весь древний мир был уверен, что Бог – справедливость. А святые отцы совершенно решительно пишут: ни в коем случае несправедливость. Он – любовь, а не справедливость. Если бы, пишет святой Иоанн Златоуст, если бы по справедливости Бог относился к нам, то мы бы и мгновение не могли бы, наверное, прожить бы. Должны бы быть тут же уничтожены. Кстати, как часто мы возмущаемся вот этими многими несправедливостями, которые совершаются в жизни. Ну, их же полно. Причем на всех уровнях. От низшего до высшего, кажется. Все несправедливо, несправедливо, несправедливо. Всех на свете осуждаем. Господи, Боже мой! Я уж иногда говорю: один я хороший только. Что делать? Ой, Боже мой, один остался. Всех осуждаем. Почему с точки зрения справедливости? Хоть немножко любви-то надо поиметь. Ну да, вот человек верно поступает нехорошо. А ты что, поступаешь все время хорошо, да? Посмотри на себя. Несправедливость – главный принцип, а любовь. И как Бог, оказывается, прощает кающегося грешника, так и здесь мы не знаем, кто оказывается выше? Кому бы пришло, когда в голову вы подумаете, что первый в рай войдет разбойник, бандит? Ну, скажите.
Но никогда в жизни бандит первым в рай, а уже за ним, не знаю, так называемые праведники, в каком хвосте будут идти, если будут еще. Вы подумайте только. Вот мы говорим о духовной жизни, а оказывается, какие серьезные, оказывается, вещи внесло христианство в понимание этого вопроса. К Сесою Великому пришел один монах и говорит: «Отче, я имею непрестанную память Божию». Ответ Сесою Великого: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари». Вот это да! Вы слышите? Оказывается, основа духовной жизни в чем заключается? Об этом опять очень-очень хорошо как-то сказал святой Исаак Сирин. Он прямо сказал о том, что познание себя, познание своей греховности является основанием, корнем и началом всякой духовной жизни. Тот, кто не видит в себе греха, не видит себе греховности или видит всего один раз, два, я обчелся, так, кто не видит, не сможет никогда он, не может он жить правильной духовной жизнью. Почему? Он не может даже молиться как следует. А чего? Я, в общем-то, и ничего. В общем-то, я и ничего. Я хороший человек. Ну, кое-что там есть, у кого это нет. Оказывается, важнейшим условием духовной жизни является действительно вот видение себя. Чего видение? Ну, слушайте, неужели это трудно это увидеть? Ну, прекрасно же мы понимаем, что мы можем и не осуждать. Нет. Не можем не осуждать, не лгать, не притворяться, не обманывать, не завидовать, ничего, не тщеславиться. А чем тогда, о чем дело тогда? Ничего, кажется, не можешь. Можешь прощать, кто тебя оскорбил? Нет. Кто задел самолюбие? Нет. Что можешь-то? Вы видите, вся духовная жизнь в православии вся сконцентрирована на чем? На том, о чем сказал вот Исаак Сирин прекрасно, на познание себя. То есть познание что такое? Того, что мы крайне больны. Нас не тронь ни с какой стороны, не заденьте мою, никакую мою сторону не заденьте, особенно самолюбие. Если кто самолюбие заденет, там тогда вообще это кошмар уже, все. Не будет прощения и во веки веков. Вот, оказывается, насколько мы больны. Что же требуется? Что же требуется? Каким образом возможна хоть некая христианская жизнь? Что требуется действительно для этого? Вот я зачитаю из Исаака Сирина очень хорошую, очень интересное высказывание. Мы часто думаем, что мы спасаемся или подвигами, или особыми молитвами, особыми жертвами. Нужно это? Да, нужно. Но в каком плане нужно? Вот он пишет. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачиваем наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Нет, ну правда же. Когда человек что-то делает, кажется, особенно видимое, особенно очевидное, как мы сейчас говорили, построил, еще что-нибудь делаем, нищему дали копейку, так, то невольно в человеке возникает вот это чувство, ну, я бы сказал, самодовольства.
тщеславие. И вот предупреждает он, что если мы думаем, что мы своими делами приносим Богу жертву, то есть доставляем Ему удовлетворение Богу, и, следовательно, ждем от Него награды, то оказывается, ничего подобного. И объяснение, какое объяснение этого? А вот какое. Человек тяжело болен. Врач предписал ему соответствующее лекарство. И вот когда человек принимает эти лекарства, он что, приносит жертву врачу этим самым, да? Доставляет ему удовольствие, да? Или это просто необходимо тебе для излечения? Ну, совершенно же очевидно. Да не врачу ты, голубчик, делаешь удовольствие, а себя ты лечишь. Бог, оказывается, врач, а не какой-нибудь судья, врач. И поэтому все то, что мы исполняем по заповедям Божиим, является только действительно исполнением нашего долга, если мы хотим действительно излечиться. Не будем исполнять – не будет лечения. Не будет лечения. Только и всего. Вот, оказывается, христианская жизнь, в чем она заключается? В том, чтобы человек, если по силе делает то, что он знает, а знает он совершенно очевидно, для этого есть и совесть, и знание определенные заповедей Христовых, если он это делает, то оказывается, правильное вот такое исполнение приводит человека к чему? К осознанию, в конечном счете, к познанию своих болезней, то есть своих страстей. И таким образом он постепенно приходит к самому главному состоянию, которое именуется в святоотеческом наследии – смирением. Но духовная жизнь невозможна без молитвы. И никто никогда не приходил, в общем-то, или невозможно, по крайней мере, быть успешным в духовной жизни, если нет молитвы. Но вот какая молитва – это вопрос в высшей степени серьезный. Все святые отцы говорят так – без молитвы нет вообще никакой духовной жизни. Никакой. Нет молитвы – нет духовной жизни. Для этого Церковь создала прекрасные богослужения, прекрасные традиции, прекрасные молитвенные правила – утренние, там, вечерние. Создала какие каноны, какая литургия. Все создала. Для чего? Для молитвы. Вы слышите? Это для молитвы. А во что превращается? Вместо молитвы. Вы вычитали правила? Ну да, вычитали. А, ну хорошо. Вычитали правила. Вот это да! На госслужении я был, слава тебе, Господи. А что там было? Ну, не важно, что там было. Где ты был? Я в Австралии. С соседками спорил. Все дела решал. Слушайте, оказывается, то, что Церковь дала в качестве замечательного средства, когда человек может помолиться, вместо этого, присутствуя на богослужении, совершая, кажется, какие-то чины, последования молитвенные, человек может не молиться. Вся самая страшная беда, которая поразила христианский мир, что молитву подменили формой. Формой молитвы. Буквально все остаются без молитвы. Наш великий святитель Игнатий Брянчанинов произнес, я бы сказал, слова просто потрясающие. Какие?
говорит, надо начать учиться молиться. Это кому он пишет? Вы представьте себе, кому он пишет. Пишет христианам, пишет монашествующим, пишет священству. Надо начать учиться молиться. Господи Боже, да мы только и делаем, что кажется. Этим занимаемся. Начать. Потому что на самом деле ни одной молитвы не можем прочитать, чтобы не улететь Бог знает куда. Он пишет, кто молится устами, а в душе не брежет и сердце не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и напрасно трудится, потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию. Он пишет очень строгие слова. Молитва без внимания – это не молитва. Она мертва. Она бесполезная. И дальше обратите внимание. Молитва без внимания – бесполезная. И дальше. И душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Молитва душевредная? Молитвы без внимания душевредные? Как это понять? А очень просто. Очень просто. Слава тебе, Господи, я вычитал молитвы. Слава тебе, Господи, я сходил на богослужение. Я отстоял несколько часов за богослужением. Теперь вы поняли, кто я? Не то, что вот там эти, которые сидят у телевизора. А я-то, слава тебе, Господи, обеденько и побыл, и канон отстоял. Вы слышите, почему душа вредная? Когда молитва совершается без внимания и без покаяния, то, оказывается, здесь происходит некий страшный психологический процесс. У меня возникает самомнение. Я все-таки не такой, как прочие люди. Как об этом хорошо сказал святитель Феофан. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Вот это-то и убийственно. Растет-то что? Гордыня. Я не такой, как прочие люди. Хуже уже ничего не придумаешь. Оказывается, молитва без внимания, она превращается, если хотите, не во что иное, как своего рода то, что мы находим в каком-нибудь там индуизме и буддизме. Там тоже непрерывно повторяют мантры. Эти слова, которые связаны с именами Бога. И более того, там открыли очень интересный закон, что если повторять много-много эти имена, то в конечном счете человек, не в конечном счете, а даже достаточно быстро, он может достичь очень глубоких мистических переживаний, достигнуть так называемой самадхи или в буддизме нирваны. В чем дело? Эти мантры чем характеризуют? Там повторение, просто их повторение. Кстати, вы знаете, в сектах, вот, о которых мы знаем, вот разных сект, эти богородичные и другие, ведь там на чем все построено? Вот на этом принципе повторение, бессмысленное хотя бы повторение буквально этих мантр, этих заклинаний, которые создают в человеке вот эти особые внутренние состояния. Православие о чем говорит? Нет молитвы там, где нет внимания. То есть понимание. Нет молитвы там, где нет покаяния. Совсем другое. Если только начать совершать просто молитвы, без внимания, без покаяния,
то мало того, что они приводят человека к состоянию, знаете ли, тщеславия и гордыни. Более того, они могут повести его к так называемому состоянию прелести. Прелести, то есть когда человек не только мнит о себе, о том, что он хорош, но еще и порождает различные, так называемые, ложные духовные состояния, от которых уже потом человеку чрезвычайно трудно освободиться. И многие впадают в это состояние прелести. Недаром, когда, знаете, глинский старец Серафим, он не прославлен, он уже преподобный, тоже Серафим Глинский, когда к нему один пришел, тоже монах пришел и сказал, что я имею непрестанную молитву Иисусову. Вы знаете, что он ему ответил на это? Это замечательные слова. Он видел и прямо ответил ему: нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Ух, как сильно ответил! Оказывается, можно привыкнуть к тому, оказывается, даже молитву Иисусу можно, произнося без внимания, без покаяния, а начать просто, как другие привыкают к ругань. А мы знаем, как вот сейчас в рабочей среде. У них что, через каждое слово – это ругань. И что? Как сильно сказал. Нет духовной жизни без молитвы. Потому что молитва – это есть тот, если хотите, инструмент, благодаря которому только человеческая душа соединяется с Духом Божьим. Ибо в Духе мы соединяемся с Богом, не в словах, а в Духе, в уме и в сердце, а не в звуках, как таковых. И вот отцы говорят, что эта молитва, конечно, может иметь различные уровни. Но где нам об уровне говорить? Ну, так уж просто для общего знания. Они говорят, начинается эта молитва с так называемой гласной молитвы. То есть, когда человек... Вы обратили внимание, наверное, когда читаем молитву, язык участвует в этом. Но они говорят, даже можно вслух, даже шепотом и так далее. Но самое главное при этом – внимание. И вот если, оказывается, человек с вниманием, пусть про себя, пусть шепотом, пусть если один вслух, если один, да, но упражняется в этом, так, то постепенно его эта гласная молитва становится умственной. Она незаметно переходит в ум и совершается умом. Как умом? Ну, так, как вот у нас вот мысли. Мы же языком не ворочаем, у нас язык, и мы вслух не произносим слова, когда мы мыслим, когда мы думаем, когда нам приходят всякие, как мы говорим, помыслы. Правда же нет? Вот так, оказывается, может молитва перейти в ум, стать умной молитвой. Это очень большое благо. Очень большое. А если еще при этом человек произносит это с сочувствием души, то потом она становится сердечной. Или умно-сердечной, как говорят отцы. Это уже великое благо для человека. Потому что тогда она становится, если хотите, непрестанной. В такой степени непрестанной, что даже есть такое выражение «я сплю, а сердце мое бдит», вот, то есть бодрствует. Я видел, один пример у меня был такой, вот игумен Никон Воробьев, который я часто вспоминаю, как он однажды угорел, потерял сознание в бане. Его вот несли уже на носилках, скорая помощь приехала, понимаете, так, и вдруг слышит, он в бессознательном состоянии произносит молитву Иисусову. Язык говорит. Он без сознания, а язык говорит. Они до того были поражены этим.
Когда человек без сознания, он «Господи Иисусе Христе, Сыне, Господи Иисусе Христе» и так далее. То есть настолько у человека уже эта молитва была, так сказать, постоянная. Да. Так вот эта вот молитва, видите, это великое благо для человека. Почему? Потому что она действительно, соединяя его с Духом Божьим, человеку приносит великое благо. Какое? Умиротворяет душу его. Мы же в суете, как белка в колесе. У нас же буквально не находим мы минуты, чтобы выйти из этой суеты. Как важно сознательно останавливать себя, вот, хотя бы на минуту, на две, и с полным вниманием произнести хотя бы несколько слов молитвы. Святитель Игнатий Брянчанинов прямо говорит, что нам святые отцы оставили великое средство, драгоценность, бриллиант оставили нам. Какой? Молитву Иисусову. Краткая. Можно 5 слов всего сказать. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Много ли надо времени? Что для этого нужно? Что ли? Колени? На колени становиться? Креститься надо? Нет. Идем, сидим, стоим, даже слушаем. Всегда можно от всего отречься и сказать от всей души эти 5 слов. Вы знаете, он пишет о том, что тот, кто хочет научиться молиться, тот без молитвы Иисусовой едва ли научится. Почему? По очень простой причине. Эти 5 слов или 8 каждый человек может произнести, сохранив внимание. Сохрани внимание. На это хватит все-таки сил. На эти 5 слов произнести с полным вниманием. Больше рассыпаемся, увы, настолько слабы, это поразительно просто. Поразительно. Начинают молитву читать за здравие, кончают за упокой, как говорят. Отче наш, и уже уехали, улетели. Настолько расслаблены. Это просто поразительно. Причем самое любопытное, что что-нибудь мы можем слушать с большим вниманием и даже думать, как только касается молитвы, все, внимание тут же улетает за 3-9 земель. Так вот, святые отцы советуют начать учиться молиться. И прямо говоря, что без молитвы Иисусовой это невозможно сделать. Кстати, какое оно благо приносит, это вот было, я об этом уже не стесняюсь, говорю, потому что был свидетелем, как к игумену Никону Воробьеву пришла одна женщина из деревни и очень жаловалась, что она умирает буквально от скуки, не знает, что делать, тоска, что мне делать, помогите, батюшка, да. И вот он сказал ей, вот запомните вот эти вот 5 слов, запомните, но постарайтесь произносить их как можно чаще и с полным вниманием, как можно чаще. Улетели опять. И вы знаете, вот бывает, промысл Божий устраивает как. Через год примерно я опять присутствую, эта женщина пришла, надо же это. Она прям в ноги упала к нему с благодарностью. Моей души просто радости нет. Вы меня спасли, мне теперь никого не надо, никаких мне соседок, ничего. Это же такая радость у меня на душе теперь. Я все время теперь с Богом. Просто буквально, что называется, в ногах валялась и благодарила Его за это. Знаете, любопытная вещь. Вот есть средства, проверенные, не какого-нибудь. Это не фантазия. Проверенные. Тысячи и тысячи раз проверенные средства, которые приносят действительно прям нам благо, дает благо человеку.
чем дело, почему не воспользуемся им? Ведь кажется, легко. 5 слов. Сейчас, через минуту, через 10 минут, через час. Ну, хоть несколько раз в день. Нет, я верующий. В какого же Бога ты веруешь, голубчик? Какому же Богу ты кланяешься? Кому ты обращаешься? Богу, думаешь, нужны твои слова, когда ты вычитываешь молитвы, да? Он смотрит на душу. А не на слова. Конечно, молитва без понуждения себя к правильной жизни, конечно, она ничего не даст. Это, ну, совершенно это очевидно. Без понуждения себя к исполнению заповеди, о какой молитве может быть идти речь? Когда я, Господи, помилуй, а сам ненавижу ближнего своего. Никакой даже и речи не может быть тогда об этом. Это понятно. Но она необходима и должна сопрягаться, конечно, с понуждением себя все-таки к жизни по заповедям. Это совершенно очевидная вещь. И не только по заповедям, но и церковные предписания очень важны. Вы обратите внимание, что все те, кто достигал каких-то высоких состояний духовных, ведь они же были подвижниками. Вот интересно. Это любопытная вещь, правда? Все подвижники были. Нет подвига – нет достижений. Это любопытно. Очень. Оказывается, мы настолько тело связано с душой, что одно действует на другое. Поэтому святитель Игнатий Причинов пишет: «Оставление духовных подвигов делает человека…» Он выражается очень грубо, я вам скажу, просто неприятно даже, оскорбительно. Что делать, не знаю. Но он так пишет. «Оставление телесных подвигов делает человека подобного скотам». Вот искушение это прям. Но он предупреждает и о другом, что чрезмерность их, неразумность в подходе к этим телесным делам и подвигам, так, оказывается, делает человека еще хуже. Излишество их делает человека подобного бесам. Почему? Излишество. Потому что способствует усилению душевных страстей и, прежде всего, тщеславия. Я вот столько-то поклонов сделал. Кто это делает? Или другое, да. Оказывается, во всем нужна мера и разумность. Кстати, святые отцы прямо предупреждают – все без меры от дьявола и без рассуждения – это их прям центральное, если хотите, положение – без рассуждения нет добродетели. Вот как! Даже нет добродетели без рассуждения. Вот какое дело! Так что, видите, духовная жизнь, на чем она строится? Конечно, на понуждении себя, на внимании к своей жизни. Потому что внимание к своей жизни открывает человеку, кто он есть на самом деле. Каким образом узнать себя? Семён Новый Богослов пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». А тот, кто действительно увидит свое, вот эту немощь, что я не могу ни того, ни другого, ни десятого, да ничего не могу, тот, кто действительно увидит, и тот, кто покается, тот, кто обращается к Богу, тому Бог действительно дает силы. Силы дает ему и правильно молиться, и правильно жить, и правильно, если надо, подвязаться. В этом вот она заключается. Это наша духовная жизнь. Вот молитва Ефрема Сирина, она как раз очень хорошо и указывает на все эти основные
основные положения, потому что вы обратили внимание, наверное, она еще что там в середине говорит все время, что не только слова Ефрема, но еще и «Боже, очисти мя грешного». Без этого покаяния, без этого обращения к Богу, ну о какой духовной жизни можно говорить? Никакой. Только это может привести человека к добрым плодам. Ну хорошо, извините, я так много говорил, это, я понимаю, что это надо, во всем нужна мера. И вот, да, сам без меры, вот так. Но если есть какие-то у вас, какие-то, может, вопросы, которые связаны с темой и духовной жизни, а может быть, не только, может быть, и другие вопросы, то, пожалуйста, пожалуйста, можем сейчас поговорить и обсудить. Так, как спасаться в наступающую эпоху трансгуманизма? Трансгуманизм – это новая Вавилонская башня или признак последнего времени. Да. Ой, Господи! Вы знаете, в чем одна из наших самых страшных ошибок? Мы все время ищем то, что мешает нам в окружающей нас жизни. А все святоотеческое наследие призывает нас искать эти препятствия внутри себя. Я бы, знаете, каким был святым бы, если бы, вот, и начну вам сейчас перечислять, да посади меня сейчас хоть к Антонию Великому, я бы оттуда сбежал бы тут же. Почему? А потому что внутри ничего нет. Главные препятствия не в трансгуманизме и не во всех этих штрих-кодах, и не в том, что там... А что там? Это где там? Ну, где там? В церкви все не так, в стране все не так, да, священство не такое, чиновники не такие, президент не такой, правительство не такое. Один я только такой. Вот наша самая главная беда. Человек, посмотри на себя. На себя посмотри. Вот я привожу очень часто случай, он замечательно показательный. В VI столетии, вы знаете, в Византии было очень много переворотов. Вообще страшное дело, что там творилось подчас. И вот один из переворотов дворцовых захватил власть. Это жестокий человек, один из генералов, Фока. Начались казни, жуткие казни начались. Один действительно святой человек молился: «Господи, пожалей наш народ! За что же? У нас столько монастырей, столько храмов, столько монахов, столько духовенства, все блестит, все! Православнейшая Византийская империя! За что, Господи?» Он действительно был святой человек, потому что молился всю ночь. Всю ночь молился. И под утро был ему голос. И искал худшего, но не нашел. Худшего, чем этот Фока. Тут только он понял. Боже мой! Причина-то, оказывается, в чем? Не в Фоке, в этом негодяе. Он только орудие. Орудие чего? Того духовного обнищания, которое произошло в православном византийском народе. Так что не будем беспокоиться о трансгуманизме, а обратим побольше внимания на самих себя. И кое-что, наверное, увидим тогда. Очень интересное увидим. Меня не тронь ни с какой стороны. Во избежание недоразумений. Алексей Ильич, тут спрашивают о ваше мнение по поводу совершения богослужения на русском языке. Ну, я только сейчас сказал. Я все-таки предпочитаю стиль барокко, а не стиль барокко.
Вот так. Но при этом хочу сказать, что некоторые вещи, ну, слова, фразы, конечно, надо бы адаптировать. Вот, например, в Академии у нас. В Академии сейчас, я уже помню, просто побежал к ректору и говорю: ну, владыка, ну куда же это годится? Ну вот Великий Четверг, вот четверг вот будет, Страстной недели, так? И там читаются апостолы, и в частности написано, о Евхаристии, о причащении. Кто недостоин, написано по-славянски, те спят довольни. А оказывается, умирают, не спят довольни, кто причащается недостойно, а умирают. Ну, у нас, вы знаете, как в Академии, зачеркнули, спят довольны, и теперь читают, умирают. Вот такие вот вещи, я вам скажу, такие кое-что есть те уже фразы и слова, которые, ну, непонятны или имеют другой смысл, приобретают. То есть нужно, я за что? Адаптировать. То есть сделать более понятным. А то, знаете, читают «Вельбуда». Кто ж такой Вельбуда? Оказывается, это верблюда. Ну, разве можно прочитать верблюда? Ну, что это такое? Ну, можно же верблюда-то прочитать, в конце концов, вместо Вельбуда. Да. Вот так. Переводить. Ну, слушайте, может быть, Пушкин бы нашелся. Но их нет. А вот адаптировать – это нужно. Но комиссия нужна. Нужна комиссия. Нужно, чтобы это трезво подходить, а не просто так, кому в голову что придет. Так. Человек – кузнец своего счастья, сам выбирает профессию, друзей, жизнь. Но также мы молимся: «Возьми, Господи, жизнь мою и делай с ней, что пожелаешь». Как объединить эти два подхода? Относиться ко всему «так устроил Бог» или брать счастье в свои руки? Вы, наверное, вот, конечно, не знакомы, но есть такой богословский термин, который, возможно, поможет нам понять. Синергия. Синергия. Синергия – это, ну, слово, которое означает, ну, совместная деятельность, совместная. Объясню в данном случае, что это значит. Я уже говорил сейчас, что Бог – это врач, а не судья. Так? Вот врач считает, что нужно человеку делать то-то и то-то для его выздоровления. Он говорит об этом, предписывает это. Но от человека зависит, следовать этому или нет. Заповеди Божии – это есть вовсе не закон. Это вовсе не закон. Это есть предупреждение Божие, предупреждение. Человек, не ходи по гвоздям, которые торчат острые вверх, да еще босиком, не ходи. Ты себе изуродуешь ноги. Вот что такое заповеди. Заповеди Божьи. Вот в чем они заключаются, состоят. Не ходи. Это предупреждение. Так вот. Итак, Бог своей стороны предупреждает. От человека зависит, в какой степени он будет исполнять это или нарушать. От человека это зависит. Но, как мы уже сегодня говорили, как трудно нам трудно следовать, подчас бывает, этим предупреждениям, о которых говорит Бог. И вот здесь помогает молитва. Искреннее обращение к Богу помогает человеку постепенно становиться на путь правильной жизни. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Но надо учесть, не случайно же слова «Бог есть любовь». То есть, оказывается, в конечном счете все, что происходит с нами, то происходит по любви Божией. Но происходит как по любви? В той степени, в какой мы соответствуем этому.
объясню это, потому что иначе, боюсь, будет непонятно. Инопланетянин смотрит, каких-то двух человеков встречает человек в белом халате. Одного из этих людей он пишет «на курорт», другого смотрит, немедленно раздеть его догола и начинает резать. Ну, инопланетянин, конечно, понял. Первый, наверное, угодил этому, очень здорово, этому человеку в белом халате. А второй, наверное, насолил ему. Так и мы часто думаем, ох, скорби, это что такое? Значит, человек нагрешил. И этот благоденствует. Значит, человек угодил Богу. Забыли. Бог никого не награждает и не наказывает. Он есть только любовь. И все. И наши так называемые добродетели, и наши грехи, уже не так называемые на самом деле, наши грехи, все они что делают? Создают, так сказать, атмосферу нашей души как таковую. И в соответствии с состоянием души, в соответствии с состоянием души и меняются обстоятельства нашей жизни. Слышите? Наше духовное состояние в конечном счете определяет всю нашу внешнюю жизнь. Духовные, кстати, даже не нравственные, а духовное состояние определяет всю нашу жизнь. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, то надо постараться. Надо постараться. Что делать? Во-первых, жить, постараться по-христиански. Во-вторых, каяться в том, в чем мы нарушаем. И в-третьих, и главное, хоть немножечко, но познавать себя. Познавать себя, потому что без смирения никакие подвиги и никакие дела нам не помогут. И тогда, я думаю, если мы будем стремиться вот таким образом жить, то, я думаю, наши дела и внешние будут устраиваться. Обязательно, потому что Бог есть любовь, и все совершается в полном соответствии с нашим духовным устроением. И кому на курорт, и кому под скальпель, под нож, на операционный стол. Все зависит от нашего состояния. Вот, я думаю, вот так. Можно ли отказывать быть крестным? Если да, то как это сделать тактично? Ну, это все зависит от ваших отношений, отношений с людьми. Вот в чем дело-то. Ведь крестный, что такое крестный? Я даю обещание, что этот ребенок, например, особенно когда о детях, так, я даю обещание, что он будет христианином. Да, вы можете дать такое объяснение? Ребенок маленький, еще ничего не понимает, что он будет христианином. Вот что такое быть крестным. Я обещаюсь. Смотрите, если у вас есть такая храбрость, такая возможность, ну, попробуйте. Попробуйте. Но вообще-то это риск, по-моему, очень большой. Говорят так, что поручиться за кого-то – это значит положить голову свою на плаху. Так, по крайней мере, написано в Библии. Поручиться за кого-то – положить голову свою на плаху. Ну, не боитесь, пожалуйста, положите голову на плаху. Ну, а как сделать? Это ж постарайтесь объяснить, поговорить и так далее. Это ж ваше дело. Жизненный вопрос. Хочу быть врачом. Учусь хорошо в медицинском институте, но часто встречаю несправедливые отношения. Другие валяют дурака, и все экзамены сданы, а у меня проблемы. Как в этом увидеть промысел? Надо поменьше смотреть на других, побольше на самих себя. Начиная только с первых же дней существования человечества, уже Каин убивает Авеля. Это что за справедливость, интересно?
Если мы начнем сейчас думать о справедливости только в мире и, исходя только из нее, строить свою жизнь, то мы ничего не сделаем. Прежде всего, надо обращать внимание на то, чтобы быть справедливым в себе самом. Но лучше быть несправедливым, а любвеобильным. А любвеобильным – это что значит? Исполнить ту заповедь, о которой говорит Христос. Как вы хотите, чтобы поступали к вам, относились к вам, так вы поступаете по отношению к другим. А на других смотреть – ну что вы, ну разве это можно? Ну что вы? Пора хоть на себя посмотреть. Мне Бог вручил мою душу, а не чужие души. Игумен Никон однажды написал одной монахине, очень здорово, мне так понравилась эта фраза, он написал, и знаете что? «Не ходи оплакивать чужих мертвецов, чтобы твой собственный не засмердел». Замечательно, великолепная фраза. Вот так. Спасибо за интересную лекцию. Ответьте, пожалуйста, как реагировать на ответы родных, которые не ходят в храм и говорят, что они верят в душе? Я думаю, что только наш пример личной жизни может человеку помочь как-то стать на путь христианской жизни. Мы часто очень много говорим, но ничего не делаем. В каком смысле не делаем? В том смысле, не показываем пример христианства. Нас за день мы вспыхиваем, и осуждаем, и лукавим, и лицемерим, и все что угодно. Ну что это за пример такой? Скажут, да вы такие же, чем вы лучше нас тут. Зачем мне ходить куда-то? Я так же верю, как и вы. Без примера собственной христианской жизни мы никогда никого ничему не научим. Это надо твердо помнить. Родители живут вместе, но не в браке и не венчаны. Меня зачали в блуде. Как я могу исправить это? Нет, вы знаете, что вот это довольно распространенная ошибка. Венчание и юридическое оформление – это достаточно, так сказать, ну, явление внешнего порядка. Можно, что же вы думаете, что где-нибудь индуисты или где-нибудь в Африке, да где угодно, что они разве живут в блуде, которые вступают в брак? Ничего подобного. Брак изначально есть брак. Беда не в том, если хотите, в том, что они не расписаны или не венчаны. Беда в совсем другом состоит, когда, во-первых, так случайные встречи вместо брака. Вот это да. Действительно, нужно в брак вступать, а не случайные встречи осуществлять. Это первое. И второе. Если вы христиане, то странное дело. Почему же вы не хотите принять таинство, то есть помощь Божию в семейной жизни? Что за странность? Грех, значит, в чем состоит? В маловерии, но никак не в блуде. Брак есть брак изначала, это надо твердо помнить, независимо от того, зарегистрированы вы, венчались ли вы или не венчались. Но если вы в браке, а не просто так сходитесь, как сейчас это придумали эту вещь, подсунули нам так называемый гражданский брак, обман. Вот это уже действительно блуд. А эти вещи формальные, они имеют совершенно другую оценку. Так. Цитата из Евангелия. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Как это понять, если не дано будет от Бога, или человек сам должен прийти?» Дело вот в чем. Вы же попомните, наверное, что неоднократно Христос говорил, в частности, его притча о талантах. Действительно, разным людям дается разные, я бы сказал,
степень искания истины. Для некоторых людей абсолютно не существует этого вопроса. Какая там истина? Другие люди не могут, не могут. Все в поисках, все в отчаянии. Вон, почитайте биографию, например, Игнатия Брянчанинова или того же игумена Никона, или Достоевского. Помните, он даже в Достоевске такую фразу говорит: «Не случайно же моя осанна через горнило сомнений прошла». Вот как пришел. Есть люди, прям вот огонек, рождаются такие люди. А есть, которым, Господи, трава не расти, нипочем. Так вот, может быть, можно понимать и так, что здесь, если не отец мой, то есть речь идет о чем? О том, что промыслительно рождаются люди с разными вот этими духовными талантами, то есть разной степенью искания истины, искания Бога. Вот так. Можно это, возможно понимать нужно вот таким образом. Вот, если не отец мой привлечет. Вот. И второе, может быть, что еще? Все зависит от того, что в какой степени человек слушается голоса совести. Ибо совесть – это голос Божий, не случайно так народ называется. И вот тот человек, который стремится все-таки жить по совести, так, то есть по-божьему, вот этот человек гораздо ближе к тому, чтобы принять веру настоящую, принять веру христианскую, нежели тот, который живет без совести. Я думаю, вот так. Как присутствовать на службе в храме правильно? Как осознанно ходить в храм, понимать молитвы и духовно возрастать? Игнатий Брянчанинов говорит так. В тех, когда присутствуешь за богослужением, то два момента нужно учитывать. Один из них – когда мы видим, слышим что-то понятное, «Господи помилуй» поют, понятно, конечно, понятно, «Отче наш», понятно, конечно. Вообще то, что блаженны там нищие духом, блаженны плачущие и так далее, все, что понятно, нужно внимать богослужению. В прочее время, он прямо настойчиво говорит, нужно начать использовать это время для того, чтобы учиться молиться. Учиться. Не бродить мыслями по всему миру и по всем делам житейским, а начать учиться молиться. Как вот этой краткой молитвой. Кратенькой молитвой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Во, сказал. Смотри-ка, надо же. Ну-ка сейчас еще раз. Ну-ка еще раз. Богослужение, красота, сколько времени! Это же замечательно! Надо использовать это! Недаром говорят, упражняться даже в молитве Иисусовой. Вот так советуют опытные люди. И тогда богослужение, кстати, если человек привыкнет к этому, вот этой молитве Иисусовой, богослужение сократятся для него в 2, в 3, в 10 раз. Все зависит от степени его приобщенности и наученности этой молитвы. Молитвы, да. На суде Божьем все ли люди имеют шанс на спасение или только православные? Ой, да избави Бог так сказать, что только православные. Во-первых, знаете почему? А сколько из нас православных? Это что я крещен в православии, я поэтому православный? Ну нет же, конечно. Только потому, что я хожу в церковь? Ну что вы? Разве это? Кто такой православный, прежде всего? Но даже если бы все православные спаслись бы, это всего только ничтожный процент из 7,5 миллиардов православных. Православных сколько там? Ну, миллионов, может быть, 250, может быть, в мире. Меньше всего из всех христиан – это православные, потому что протестантов и то в 3 раза, наверное, больше, в 2 или в 3 раза больше, а католиков вообще 1 миллиард с лишним. И сказать, что спасутся только православные – это значит, это обвинительный акт против Бога. Ведь Господь же знал, когда творил. Знал он или нет, когда творил?
кто как определит свою судьбу, что он выберет, добро или зло. Знал Бог? Знал. И сотворил. Значит, вы знаете, что придумал Кальвин? Такой был протестант, один из первых протестантов. Он прямо сделал такой вывод. Поскольку Бог знал, то, следовательно, он предопределил изначально одних людей к спасению, других – к гибели. Православные говорят ему: «Ты что? А где же любовь?» Так он любовь или не любовь? Если он знал, что эти люди изберут зло и дал им бытие, а от него же это зависит, ни от кого же не будет, он же Бог, так тогда какая же он любовь? И это учение о предопределении было отвергнуто православной церковью. Более того, даже когда один из византийских патриархов, такой был Кирилл Лукарис, когда в свое исповедание веры внес это кальвинистское положение, то все, его свергли, обвинили в ереси, как еретика. Вот так. Да, но из этого совсем нельзя делать вывод, что даже если спасение заключается не в формальной принадлежности к православию, то отсюда совсем не значит, что не надо искать истины и не все ли равно, кем быть. Извините, пожалуй, мы бы не захотели, когда у нас много вариантов, где-то заблудились в лесу и сказали: вот есть прямая дорожка, а вот тебе околется и пройдешь десятка, два, три километра. Пожалуй, будем искать, какой путь? Наилучший. Так вот, православие является действительно оптимальным путем спасения. И поэтому блажен, кто действительно знает его, этот православный путь спасения, и идет им. А то, знаете ли, теперь начинается пробка. А не все ли равно, какая религия? А не все ли равно, какое православное исповедание? Да, пожалуй, не все равно. Сидеть в мягком кресле или на каком-нибудь остром колу. Да, все равно голодать страшно или, напротив, жить в изобилии. Пожалуй, не все равно. Это, кстати, очень сейчас серьезная, я бы сказал, атака на христианство. Очень серьезная и очень печальная по своим последствиям. Если нашел вещь и не имел возможности вернуть ее, использовать ее во благо, это грех хищения? Ну, дело вот в чем, что выход-то такой же есть. Пожалуйста, много людей нуждающихся. Пожалуйста, можно дать нуждающимся. Или, если здесь увидите какую-то невозможность этого даже сделать, то, по крайней мере, нужно так поступить. Поступить тогда так. Молитесь за того, кому принадлежит эта вещь. Кстати, не думайте, что обязательно нужно имя. Не обязательно. Бог знает, чья это вещь. Пожалуйста, молитесь. Можно молиться за этого человека, кому эта вещь принадлежит. И все. Уважаемый Алексей Ильич, как ответить 8-летней дочери на вопрос, кто такой Бог? Она часто спрашивает, как это Бог три, но один, и как понять, что он есть, если она его не видит? Да, 8-летнему человеку, я вам скажу так, в отношении троичности Бога не 8-летнему, а и 80-летнему я ответить не смогу. Могу только назвать, что говорит христианство. Учение о Троице – это совершенно беспрецедентный догмат. Вы знаете, ничего подобного никогда и нигде в истории не было. Здесь мы касаемся
самой глубины, если хотите, божественного существа. И поэтому ребенку можно сказать только так. Вот вы в школе вот будете проходить и узнаете, что, оказывается, мы сейчас вся наука наша, а не что-нибудь, не знает, что такое пространство. Он недавно вышел, огромная книга, целый научный труд известного очень физик, очень известный американский физик Митио Каку, написал книгу «Гиперпространство». Что такое время? Господи, есть целые талмуды написанные. Я помню, читал одного «Направление времени» книгу, то же самое. Мы не знаем, что такое пространство. Хотя, кажется, вот оно. Что такое время? Да более того, даже не знаем, что такое материя. Что такое материя? Не знаем. То электроны какие-то, то ядра, то нейтроны, то какие-то кварки, то какие-то волны. Господи, да что же такое? Даже материю не знаем. Знаете, это очень важно ребенку сказать, что мы не знаем. До сих пор наука так не может добраться даже этих вещей, которые можем потрогать, пощупать, понюхать, все, вот. И мы не можем сказать, а теперь мы хотим сказать Бог. Кто такой Бог, понять? Есть вещи, о которых мы можем только сказать, так есть. А почему и как есть? Это сказать, это очень и очень трудно. Но можете привести такой образ, на который прежде всего ссылаются вот святые отцы. Они говорят так. Человек один, так? Но посмотрите, говорят, есть ум, есть слово. Мысль. И есть дух человека. Объясняю. Кстати, я сказал слово, да? Вот на Пасху будет читаться Евангелие. В частности, и по-гречески будет читаться. И первые слова, знаете, какие? «Эн архи ин о логос». Дальше прочтут по-русски. «Вначале было слово». Причем слово с большой буквы – «логос», «сын Божий». Слово «логос» имеет около сотни значений. Но они о чем говорят святые отцы? Что вот «логос» у человека тоже есть ум, образ отца, есть мысль, «логос», образ сына. И есть дух в человеке. То есть вот это, если хотите, моральная окраска, если хотите, или моральное духовное состояние и моего ума, и моего слова – это дух. Один человек – один. Три. Верно, разные вещи. Удивляемся? Ну, нисколько. Ну, так же и в Боге. Ну, можно такой образ привести. Из Евангелия Лука, 12 глава. «Раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Ведь высоких молитвенных состояний достигают люди простые, с простым умом и сердцем. Так зачем нужны знания? Дело в том, тот, кто не ищет истины, а говорит, зачем мне это знать, чтобы не быть наказанным, тот допускает грубейшую ошибку. Ошибка эта в чем состоит? В том, мы только сейчас говорили, ты заблудился в лесу, и тебе предлагают, ты можешь узнать правильную дорогу, а ты не хочешь узнавать. В результате что? Ты сам себя накажешь. Потому что, как сказано, лукавый уловляется в лукавстве своем. Знание и искание истины – это есть добродетель, а неискание
или тем более лукавая мысль о том, что зачем знать, чтобы не быть наказанным, наказывает тебя. Вот в чем вся суть. Вот в этом. Алексей Ильич, насколько благое дело гражданская религия? Можно ли культивировать подобные вещи? Ой, сколько сейчас этих условных терминов и обозначений. Что такое гражданская религия? Что это такое гражданская религия? Я, может быть, плохо разбираюсь, но весь тот церемониал, наверное, это связано с церемониалом различным, может быть. Что это? Может быть, скажете? Да, потому что, нет, что церемониал есть, конечно, своего рода как религия. Ну, например, возьмите смена караула. Правда же, очень интересные церемонии. Церемонии встречи там различных высоких лиц и так далее. Ну, церемониалов много же в гражданстве. А возьмите Китай, например, там какие церемониалы, в Японии. Ну, все это очень интересно. Но это условное название религии. При чем тут религия? Это не религия. Потому что нет религии там, где нет Бога. Слово «религия» тут же «религия» – слово требует понятия Бога. И когда мы на место Бога ставим какой-то гражданский культ, то это происходит подмена религии. Скажите, пожалуйста, как познать себя? Очень просто. На это отвечает Симеон Новый Богослов, как познать себя. Вам как сказать, прямо не объясняя или объяснить? Он пишет так, прям цитирую его, мне очень нравится это его высказывание. Он говорит так: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть понуждение себя к жизни по заповедям Евангелия открывает мне мои немощи, мои страсти. Я знаю, что не надо тщеславиться, правда? Ну а как? А меня похвалили. Как же я могу не тщеславиться? Меня застрелили в потолку. Меня обругали. Я сказал, даже Пушкин писал: «Хвалу и клевету приемлю равнодушно, и не оспаривай глупца». Как не оспаривать? Негодяй он такой. Я хороший, а он плохой. У соседа лучше, чем у меня. Я позеленел от зависти. Слышите? Тщательное это понуждение себя к жизни по заповедям Евангелия открывает мне, кто я есть. Кто же я, оказывается? Кто я? Я не могу ни того, ни другого, ни третьего. И напротив, что я творю, все наоборот. С чем я хорош? Вы знаете, основным догматом, одним из основных догматов христианства, что является? Догмат о том, что мы находимся сейчас в состоянии глубоко болезненном. Мы больны. Видите, в чем разница между христианским основным положением и так называемым гуманистическим? В гуманизме мы хороши, я человек. Это звучит гордо. Гомо гомини деус эст. Человек человеку, Бог есть. А христианство говорит: человек, ты находишься в глубоко поврежденном состоянии. Знаете даже какому? Вот я вот, произнесу эту фразу, уж извините меня, пожалуйста, да. Не тронь, а то пойдет вонь. Вот оно, познание где. Вот как познать себя. Алексей Ильич, как правильно подготовиться к причастию? Можно ли подходить к причастию, если не успел прочитать все необходимые молитвы? Ну, я думаю, эти конкретные вопросы такие, то это, конечно, надо с батюшкой, конечно, обсуждать. Но я думаю, суть не в том, чтобы вычитать, как уже говорилось об этом. Суть не в вычитывании, конечно. Суть в том, чтобы человек хоть немножко искренне покаялся.
проверил свою совесть и покаялся. Самое главное сказал священнику на исповеди. Только самое главное – не эти фолианты. Я напишу, батюшке дам, а сам сбегаю пока в магазин, пока он читает мои грехи. Отчет о проделанных грехах. Да. Самое главное, о чем совесть болит, сказать перед священником. А в остальном – каяться. И вот тот, мне кажется, человек, который искренне кается, то здесь уже меру чтения молитв там, и канонов, я думаю, хорошо бы ему обсудить все-таки со священником. Потому что находиться человек может по-разному, может. Разные работы, разное физическое состояние у человека, разные даже настроения. И мне кажется, что здесь священник может помочь человеку ответить на этот вопрос. Как помочь человеку, находящемуся в депрессии, которого посещают мысли о суициде? Дело в том, что вот такие вопросы в столь общей форме неразрешимы. Какому человеку? Боже, это же очень... 37 лет. Мужчина 37 лет написано. Нет, это опять все равно 37 ему, 27 или 107. Да, это не важно. Надо же знать человека. Невозможно же так это сказать безотносительно. Ведь есть люди открытые, а есть закрытые. Есть настолько полны, что уже вы ничего туда не вольете. А есть открытые люди, которые еще способны вас услышать. Если вы видите, что человек еще все-таки может, то надо бы это человеку сказать, что наша эта жизнь, это миг некий. Кстати, вы знаете, что по космическому времени наша вот эта жизнь, которая растягивается на несколько десятков лет, по космическому времени это всего 1-2 секунды. Всего-навсего. Потому что это миг нашей жизни. И мы не имеем здесь грядущего этого, но грядущего взыскуем. Наша жизнь там, дом наш не здесь, а там. А для того, чтобы попасть домой, нужно выполнить все-таки некоторые условия, нужна подготовка. Я думаю, что очень важно человеку все-таки понять, что здесь мы только находимся в гостинице, а может быть и в тюрьме даже. Не знаю как. Кто в гостинице, а кто в тюрьме. Но это миг. Скоро будем там. И наша задача совсем, смысл нашей жизни не здесь, а там. И я думаю, что такие рассуждения для человека, который еще открыт, еще способен служить, они, возможно, и помогут ему немножечко понять. Но есть закрытые люди, которые уже ничего не слышат. Ну, там уже говорить бесполезно. Там только можно молиться о нем и все. Алексей Ильич, вопросы исчерпаны, это благодарность. Дорогой Алексей Ильич, спасибо огромное за ваши труды с письмами игумена Никона Воробьева «Как жить сегодня». Носители Духа, и за все ваши труды. Низкий поклон. Спаси Господи. Благодарю вас. Уважаемый Алексей Ильич, когда мы сегодня говорили с вами о возможной продолжительности этой встречи, обсуждались разные варианты. Первый был до ночи, второй вариант до пассии. Но мы все же не смеем, конечно же, злоупотреблять вашей к нам добротой. И хотим сердечно вас поблагодарить за возможность этой сегодняшней встречи с вами. Для нас, для всех, это большая радость и большая честь. И спасибо вам большое за возможность такого замечательного общения с вами сегодня. Благодарим вас сердечно.